несешь? Что? Нахуй жить так жить-то, блядь. Как? Это говно. Что говно? Все говно. Бля, ну смотри. Вот наркотики. Ну блин, они же одинаковые. Квадратные. Всё, блядь, ваш квадратный, нахуй. А чё квадратный за? Ты ебуху ли ты квадратная? Я не квадратная. Я под шкафом. Он квадратный, я под шкафом. Что год назад так было, что сейчас так? А может, ты попробуешь, не знаю, там поглубже посмотреть? Может, дело не в квадратности, не в шкафе, а там какие-нибудь... Ну, другая реальность, я все понимаю, конечно, да, хорошо, другая реальность, это охуительно. Глюки. Другая реальность, охуенно. Вообще вот так. Если бы я не была таким суком, я бы вообще вот так. Ну, бля, квадратный же. Ну, вот я, типа... Блять, там передозов себе нахуярила. Охуенных. Квадратных? Квадратных, блять. Коричневых, нахуй. Каких угодно. Квадратных, коричневых. Один хуй говно. Это шрамы, вот, зависимость. А толку с толку? Ну, серьезно, смотри, находки же зло. Ну, да. Ну, то есть... Я, блядь, больше ожидала? Ну а зачем ты тогда их упарываешь? Да хули делать-то? Ну не знаю, там, в космос лететь может. Ну я пить могу. Даже тачек признаешь, логично. Что я пить могу? Ну понимаешь, вот, серьезно, если нету выбора, нахуй ты вообще наркотики? Ну, нахуй. Если лучшее, что вы, блядь, можете предложить, это, сука, нахуй героин, ёпт, блядь, который, нахуй, блядь, героин, сука, нахуй. Мефедрон, который, я котик, блядь, котик, сука, нахуй, котик. Спиды котик тоже, сука, нахуй. И квадраты всего. Можешь попробовать, ну, не знаю, там, прыгать с парашютом. А хули толку? Ну, может, тоже клёво. Если спидов 5 граммов колю, то же самое хуйня будет. Так же адреналин. Ставьте великих людей. Ну, мне так же адреналин поднимется. Ну, серьезно? Не, ну с 5 грамм ты сдохнешь, мне кажется. Я тебя умоляю. Не, не сдохнешь. Мы же сами, типа... Не, ну если питерских, то, наверное, нет. Ну, смотри, понимаешь, вот смотри. Я думала, что это я такая квадратная. Что это не сироп такой квадратный, а я такая квадратная. Я одинаковая постоянно. И как бы, ну, я же люблю все обобщать, упрощать, да, как бы все, к логике, да, там сводить это все. А тут ты приходишь на кухню и говоришь, ты какая-то квадратная. Как вы можете не замечать, блядь, этой ёбаной, сука, нахуй квадратности? Как вы можете не замечать этой квадратности и... Видеть другую реальность. Это как, знаешь, мамка моя полотенца покупала, дорогие всегда, хорошие. До сих пор не полотенце использовалось уже. Но, блядь, жили там, блядь, один хуй в говне. Ну да. Ну а нахуй тебе такой мир нужен, если, блядь, только нахуй... Для того, чтобы не жить в говне, тебе нужно, блядь, его наглотаться по самой гланды. Из квадратицы всего, ну все. Что богато. Хоть печальнее стало чуть-чуть.